Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня мы будем с вами листать 12-й каталог Faberlic в электронном формате. Итак, поехали! Почему в электронном? Потому что я не дома и каталог с собой не взяла, поэтому вот так. Он у нас с вами с 8 числа будет действовать, интересный, много сочных новинок, будем с вами все брать, тестировать. Вот в самом начале у нас с вами новый парфюм. Называется он Just Bloom. Мне, конечно, жасмин не очень нравится. Я, скорее всего, возьму магнолию. Розу я тоже не люблю в ароматах отнюдь совсем. Посмотрим. Один точно возьму магнолию, остальные посмотрим. 599 рублей. И здесь у нас с вами непонятная такая ситуация с купонами. Почему? Сейчас объясню. У нас на некоторых каталогах, да, сейчас мы с вами подробно, на некоторых страницах каталога нарисован купончик. И многие думают, что только с этих страниц можно будет взять товары по купону. Да? Скидка по купону действует на один товар с категории макияж, парфюмерия, ароматерапия, продукты для здоровья из этого каталога. То есть из всего каталога, я так подозреваю. Да? Не только там, где у нас напоминалочка, что можно потратить купон на странице. Да? А скидка 50% от базовой черной цены каталога. Более подробную информацию, сроки, правила проведения читайте на сайте. Да? Поэтому я думаю, что не только на те продукты, где на страничках у нас с вами есть купончик. Да? Поэтому будем смотреть. Каталог начнется, будем смотреть, что нам позволит выбрать. Вначале у нас с вами парфюмерия. Про летнюю парфюмерию есть ролик в Дзене про парфюмерию на лето Faberlic. Вот видите, страничка, да, и написано «Не забудь использовать купон». Мне кажется, это как бы просто напоминалка, а не то, что мы можем потратить только на то, что есть на этой странице, да. Я считаю, что будет так, а так посмотрим. У нас появляется очень интересный продукт в серии Цклеа. Это жидкий пигмент для губ Water Lip Ink. Из всех оттенков, что здесь есть, мне более-менее импонирует гранатовый, потому что рубиновый, если он будет такой розовый, как на картинке, ну, как-то совсем не айс, а мандариновый, я боюсь, будет оранжевый. Хотя это тинт, но как бы если смотреть на картинки, которые в каталоге, то не очень красивые оттенки. Будем пробовать, обязательно один минимум какой-нибудь возьмем и посмотрим. У нас, кстати, еще в серии It's Clear с вами. А, про татуировки я уже говорила девочкам в Телеграм, продублирую здесь, у меня у Ксюши аллергия, потом остаются пятна, которые зудят и чешутся в форме татуировки, когда она ее смывает, именно на вот эти вот бабочки-жуки. На другие татуировки Faberlic такого не было. Так что имейте в виду, если у вас детки аллергенные, и вы тоже деткам берете поиграться, будьте аккуратны. У нас появляются новые оттенки теней тоже в серии It's Clear, что очень здорово. Да? Вот тут у нас справа с вами старые, а слева новенький, вот такой вот зелененький, и получается жемчужный персик. Это тоже очень красивый оттенок. Возможно, возьмем с вами, попробуем. Я знаю, многие по купончику хотят взять кокосовый скраб-праймер. Он действительно крутой. Он очень круто напитывает лицо. От такого продукта я такого не ожидала, поэтому советую купончик потратить именно на него. Классная цена будет на полуматовую губную помаду Velvet Kiss. Одна из моих любимых помад и по текстуре, и по финишу полуматовому вот этому классному. И по оттенкам вообще 220 рублей без скидки консультанта. Обязательно посмотрите. По купону ее невыгодно совсем брать, потому что объясню сейчас, как работает купон. Да? Вот у нас 500 рублей цена на помаду. По купону она будет 250. А со скидкой консультанта она будет около 190 рублей. Поэтому на что-то выгодно тратить купончики. На что-то невыгодно. То же самое с карандашами. Да? 175 рублей он будет по купону, а со скидкой консультанта 150 рублей. Поэтому обращайте на это внимание. На что-то выгодно потратить, а что-то невыгодно от слова совсем. По купону достаточно выгодно будет брать кушон. То есть, смотрите, он у нас стоит 2000, черная цена или белая, в зависимости от картинки в каталоге. Пополам 1000 и минус скидка консультанта – это 800 или 700 с чем-то рублей. Поэтому достаточно выгодно. А сменный блок 1100 пополам 550 минус скидка консультанта 400 с чем-то рублей можно взять сменный блок. Поэтому некоторые продукты очень-очень даже хорошо будет взять нам с вами по купончику. Я кушоном, скорее всего, запасусь и, скорее всего, не сменным блоком, а новым, потому что мне не нравится то, что в сменном блоке не идет новая губочка. А новую губочку все-таки нужно, ее обновлять нужно. Абсолютно то же самое и с кушоном ICU. Он мне нравится, кстати, почему-то чуть-чуть больше, чем Babyface, поэтому, скорее всего, я возьму по купончику его. Всякие дорогие кремушки, на которые у нас с вами редко бывает скидка, шприцы, да, а, например, серия Expert, коллаген, ретинол, тоже очень выгодно брать именно с купоном.
В этом каталоге очень хорошая цена на кислородную маску из карбокситерапии. Я обязательно возьму, потому что мы с вами по срокам годности набрали огромное количество первого и второго шага, а масочка к ней, как бы она не была в распродаже, поэтому я возьму в запас обязательно один тюбик, как минимум, чтобы целиком систему применять. Мне нравится больше всего, когда вот именно с этой маской работает карбокситерапия. Прям эффект вообще обалденный. По мочалкам. Все три нормальные, кроме малины. Вот малину и мильфей мы с вами в прошлом заказе взяли, да, и дочь даже у меня сказала, Ксюшка, что воняет. Фу, фу и фу. Больше всего нам нравится лаймовый сорбет и апельсиновая меренга на втором месте, на третьем черничный капкейк. А вот малиновый мильфей, действительно, запах жуткий, химозный. Поэтому вот если выбираете мочалку, они действительно удобны, действительно классно. У нас один раз только первая распускалась, остальные служат месяцами, и ничего с ними не бывает. Вообще тут как повезет, видимо. То малиновый мильфей я прям вам не рекомендую. Совсем вот не зашло. Шикарные цены, желтые ценники будут на серию «Морожка». То есть при покупке двух продуктов срабатывает желтая цена. Обязательно возьму в запас. У меня обалденные волосы у Ксюши после этой серии. Просто блестящие, локонами лежат, идеальными, красивыми. И я ее очень ценю и люблю. Подбираем шампунь по типу головы, бальзам и маску по типу волос. Обязательно возьму маску. Маска наишикарнейшая. Поэтому запасаемся, пока цены хорошие. Надеюсь, эта серия у нас с вами в ближайшем будущем вообще не пропадет. Как пропала Биоарктик, да? Что у нас с вами по БАДам? По БАДам у нас один интересный БАД выходит, и состав у него прям потрясающий. Я уже хочу к осени закупаться детскими витаминами D3 и Омега, Ксюше начинать давать. В середине августа как раз живицу одну уже взяла, и, возможно, в этом каталоге еще одну тоже возьму, вот она внизу. Вот у нас с вами новые БАДы. Здесь у нас витамин С и цинк. Цинк-хелат. Состав действительно на самом деле шикарный. Вот прям действие должно быть у него обалденный. Смотрите, мощная антиоксидантная, поддержка красоты кожи, волос, хроническая усталость. Как бы все-все нам, девочки, все, что нас касается. Укрепление иммунитета, защитной силы организма, снижает уровень воспалительных процессов. Витамин С, он вообще сам по себе и внутрь, и наружу уникальный. Уникальный витамин и самый, мне кажется, обалденный. Поэтому я, конечно, буду брать, и, возможно, две баночки, пока скидка 40%. Иначе потом в следующем каталоге, как вылупят нам с вами цену, и уже не возьмем, поэтому будем запасаться. Здесь, кстати, неплохая цена на кофе, растворимый сублимированный с молотом, то есть 95 грамм в баночке, 399, минус скидка консультанта за 300 с небольшим. Тоже обязательно возьму, потому что вот, ну, никак я не могу после этого кофе пить другой, хотя он и дороже выходит частенько. Но вот после него мне кофе другой не кофе. Вот вообще, ну, не бодрит, не крепкий, вообще. По ножам дополняю отзыв. У меня нож универсальный, получается, вот который под циферкой 3. Да, вот такой у меня нож. Два месяца где-то, полтора-два месяца он послужил и стал очень-очень сильно тупым. Муж его заточил, как бы все нормально, все отлично, пользуюсь дальше. Потому что девочки некоторые месяцами писали и годами, аж его не точно. Ну нет, неправда. Он очень быстро у меня затупился, я считаю. И после заточки как бы все отлично, все нормально. Не скажу, что это какие-то чудо-ножи, как некоторые консультанты в Фаберликах нахваливают. Обычные ножи с хорошим толстым лезвием, то есть которое многократно будет поддаваться заточке и, соответственно, служить будет дольше. Да? А так вот, чтобы там что-то чудесное, нет, нет и нет. Бытовая химия у нас с вами. Порошочки по 449, где-то 380 рублей со скидкой консультанта выйдут. Нормальная цена. У меня пока есть в запасе. Бытовой химии очень много. Из бытовой химии планирую взять только... Так, сейчас скажу, что кондиционеры закончились. Посмотрю тогда по баллам, какой буду брать. Так, и, девочки, средство для ванны. Где оно у нас с вами? Я его оценила. Очень оценила. Сейчас расскажу, почему. Вот это средство для очищения ванной комнаты с эффектом белизны. Голубенькое, да? У нас любое здесь по 179. Ну, туалетную бумагу, естественно, влажную тоже возьму. Прям вот здорово. Вы знаете, здорово. У меня ванна в квартире в новой старая. И мы с вами ее очищали, очищали, очищали. И, естественно, после солиты она у меня стала вся беленькая, да, но шероховатость все равно в некоторых местах осталась, потому что это все-таки щелочь. Я ее обязательно планирую в будущем покрывать чем-то, специальным каким-то средством. Есть и баллончики, есть и акрил, как бы. Но что хочу сказать. Вот после солиты на втором месте по очищению ванной у меня стоит вот это с эффектом белизны. Потому что чистит классно. Я прям заливаю ванну, прям капитально заливаю, потому что вот в этих шероховатых местах там гораздо быстрее скапливается грязь, налет.
гораздо быстрее. Да, то есть раз в неделю я такую процедуру делаю. Так стараюсь поддерживать, просто губочкой там протираю, когда что-то где-то там дети с улицы пришли, ногами встали, грязными, песок и так далее. И вот на этих шероховатых местах остается грязь очень быстро. И вот это средство с эффектом белизны заливаю, оставляю минут на 20, на 30, прихожу, губочкой прошлась, вообще все отличненько. В этот раз в конце каталога у нас с вами распродажа. Очень хорошая цена на парфюм по 30 мл. Если есть здесь ваши любимчики, спасайтесь. Я знаю, многие любят водичку Мурмур. Она теперь в формате 30 мл. На осень шикарная сладенькая водичка, абсолютно неприторная. Мне тоже она, кстати, очень нравится. Неплохая цена на парфюмированный гель для душа. Я их очень люблю. Они пенятся прекрасно, не сушат, все замечательно. На мою любимую устойчивую подводку маркер для глаз я обязательно возьму себе. Я очень люблю коричневый. Может, попробую какой-то другой оттенок. На мою любимую тушь First Class обязательно возьму себе в запаснике, хотя одна есть, я взяла последний раз Miss Curl, но все-таки вот различие туши First Class и Miss Curl, да? First Class объем, удлинение, подкручивание и эффект накладных ресниц с первого прям слоя, со второго вообще бомбезно. Miss Curl, удлинение, никаких паучьих лапок, четкое разделение, но нет вау такого эффекта. Хотя она раскрашивается, и где-то в середине своего использования она тоже дает такой вот вау-эффект, то есть по длине, но не по объему. Тоже люблю, обожаю Miss Curl, она действительно очень крутая, но First Class все-таки для меня теперь на первом месте. Новые наклеечки для ногтей, смотрите, какой-то красивый дизайн, возьму, как раз, надеюсь, получу заказ перед тем, как пойду к мастеру по маникюру, и, возможно, мы с ней именно с этими наклейками что-нибудь замутим, потому что мне цветовая гамма в целом нравится. Знаете, такая осенне-тыквенная, да? Новые масочки у нас с вами тканевые еще. Будем пробовать. Детокс мне не понравилось. Антивозрастная с гранатом понравилась. Здесь у нас с вами ретинол, авокадо. Возьмем обязательно и попробуем. Ботаника по неплохой цене, да, вербена тоже неплохая цена, Happy Step и Happy Hands я не люблю линейку, Арису очень люблю, но здесь не скажу, что какие-то скидки, все как бы как обычно, ботаника для волос, гели для душа и в конце у нас с вами серия собаки. На этом все, мои хорошие, у нас с вами, кстати, в этот раз подарок за регистрацию парфюм, да, парфюм Aviatrice или Blockbuster. Или, мы с вами будем выбирать либо мужской, либо женский парфюм. Aviatrice же женская у нас тут, да, по-моему, женская. Поэтому, если вы парфюм не хотите в подарок, то быстрее регистрируйтесь, пока дают в подарок денежки до 8 августа. Да, нужно сделать и оплатить заказ, чтобы в подарок получить деньги. Дальше, с 8 по 28 августа уже будет парфюм в подарок. Блокбастер, кстати, классный тоже парфюм. Aviatrice. Многие о нем тоже хорошо отзываются. Да, поэтому все здорово. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Обязательно с вами свяжусь, будем общаться. Ну и на этом все. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.